Активисты волонтерского центра «Единой России» продолжают ежедневно контролировать соблюдение масочного режима в населенных пунктах Одинцовского округа. Так, в Кубинке волонтеры проверили местный магазин одежды, в Назаревском – торговые ряды в деревне Таганьково, а в Заречье – мастерскую ателье. Как сообщила исполнительный секретарь Одинцовского отделения партии «Единая Россия» Лариса Белоусова, по итогам осмотра точек нарушений выявлено не было.